Всем привет, дорогие зрители, с вами Артур Блэк, Джек Шепард и Шустрила. Отлично видно море у нас. И мы начинаем с нуля, как вы могли догадаться. Сейчас у нас склонах пойти в Комарово, мы появились между Каменкой и Комарово на этом прекрасном маяке. У нас ничего, кроме грёбаных фонарей, и мы пойдем, да? Давно пора было, потому что, блин, такие изменения, их нужно переживать с самого начала. Вообще крутая у нас экипировка, я, как видите, маленький облез. Дело в том, что когда меня убили около Старого Собора, я ночью очнулся, понял, что у меня иммунитет. Блин, я застрял. И он совсем не заражен, как вы можете видеть. Не думайте, я нормальный. Я просто плохо пахну. Козлик и барашка. И что ты с ним будешь делать? Заматеришь его до смерти, что ли? Забьем фонарями. Вперед, ребята! В игру, кстати говоря, ввели ближнее оружие, оружие ближнего боя. Это топор. Ломик, так, подожди, что-то у меня свернулось. Секундочку. Без проблем. Короче говоря, причем ломик, он по большей части бесполезный, потому что из него сложно в кого-нибудь попасть, но он смешно выглядит очень. Как будто стреляет он на метр. Волшебная палка. Ага. Блин, у нас фонарики, насколько я понимаю, пластиковые, да, и никому мы голову размочить ими не можем. Да мы ничего не можем, у нас вообще и даже фляжек нет, и из моря попить не можем, потому что вода соленая. Вообще да, попить вот не можем. В инвентаре у нас лишь панкиллер, фонарик и один бинт. Бинт есть? Ух ты. Да, у нас есть бинт. Я не ожидал такого. Такой щедрости от разработки. Гуляем, ребята, что у нас всё. Есть. Собираем бинты в кучу и начинаем танцевать. Просто барский подгон. Так, наша цель сегодня. Наша цель сегодня найти что-нибудь. Наша цель сегодня умереть в первую же серию, потому что условия теперь просто адские. У нас мало того, что ничего нет, так еще и зомби. Их, конечно, понерфили по сравнению с тем, что было в самом начале этого обновления. Но все равно видят со 100 метров, слышат 60, а у нас нечем от них отбиться. Также нам не хочется еще умереть с голода, так как всем троим скоро надо будет поесть и попить. Да. Да, щечки тоже теперь убавляются очень быстро. Прямо по курсу у нас Комарова. Да, не я предлагаю знаю. Перейти на режим стелса. Кстати, вон там справа, видите, небольшой заводик? Вот минут 20 назад я вот там был. Кстати, очень крутая анимация новая, как красится. Вот такая вот. Артур-то вообще зомби, это, блин. Так, мне вас теперь сложно отличать. Впереди у нас кто бежит? Я самый первый. Кстати, мы, по-моему, в одинаковых костюмах с ним. У меня ты в черный, я в белый. Я в черном, и ты в черном. Ух ты, а Блэк зомби. У меня я в черной рубашке, на Джеки Шепарде белая рубашка с черным бронежилетом. Вот как у тебя. Ну, когда я на тебя смотрю. Короче говоря, я вас понял, как различать. Я еще понял, что ты у нас, Джек Шепард, в руках держишь фонарик. Да. Это будет твой отличительный знак. А у меня отличительный знак — это то, что морда у меня облезла, как руки. Так, ну что? Там какие дома вообще заходные? Первая деревушка самая. Я не вижу вообще никаких домов, которые мы тут могли бы залутать, так что давайте обходить по флангу. Там факторы есть, но на факторе нам делать нечего. Я на ней только что был, и там ничего нет полезного для нас. Кроме гранат, которая не взорвалась, когда я пытался суицинуть и унести за собой жизни нескольких зомби. Джек Шепард еще главное, когда отреспаунился где-то около Электрозаводска или Черногорска, появился около человека, пока тот не заметил, щелкал клювом, он у него обворовал. Как в итоге все равно, короче говоря, там все плохо закончилось. Меня убил. Посмотрите у него на канале. Да. Но я, кстати, не понял, как он меня не увидел, как ты говоришь, когда я вокруг него круги нарезал, как Шустрила в выпусках охотника за кемперами. А бывает такое. Так, мы уже в Комарово, тут уже могут прямо перед носом зомби отреспавниться. Я до сих пор не вижу зданий нужных нам. Если что, падаем на пузо и вообще все отлично. Я тоже, если честно, не вижу ни одного здания. В Комарово есть такие здания, я помню, но не помню где. Я тоже помню. Я помню, тут есть туалет волшебный с винчестером. Опа, с винчестером. Что? С винчестером он, я думаю, был до этого обновления. Теперь вообще все вещи появляются гораздо реже, найти их гораздо сложнее. Лягуха спереди, я вижу первый дом, в который можно зайти, и он черный. Так, все, ребята, я перешел на режим. Пожрем да лежим. Черный дом, расист. Афроамериканский. Это потому что он черный? Это потому что он черный, да. Мы идем в него, потому что он черный. Ой, там делегация целая. Ой, там бой. Ну они вроде сейчас правее. Прямо на тебя идут. На меня? Друзья. Смотри, идут.
Лучше посцыкаем. Куда остановился бы ты, а? Да вы ползете. Да. Ты безумец. Слева еще один за забором идет. Ладно. Еще один. Отползаем. Блин, как прикольно себя беззащитным ощущать. После того, как бегал, блин, с такой... Нам бы какую-нибудь бутылку. Чтобы напиться, что ли? Да, нет, чтобы напиться с горя, да. Чтобы дать Петровичу, и они за нее подрались бы все. Нет, чтобы дать Петровичу, чтобы сам сбегал там, у своих поспрашивал. Есть что хорошее в деревне? Они, по-моему, в этой деревне даже не знают, что такое Джек Дэниелс. Дэниелс. Джек Дэниелс. Как только они увидят бутылку, сразу появится когда так. Кстати здесь, говоря, куда мы идем? Трактор, я не знаю сейчас. А трактор, он на местный же? Ну и что? Зато один на тракторе поехал, всех зомби собрал, остальные пошли, да, поуздали. А потом как будет этот товарищ на тракторе избавляться? А сколько у него скорость? Нормально, по внедорожью 45 лупит. А, тогда такие вопросы. Батэл прям внедорожник. Ага. А прокидывается, наверное, то как быстро? Да нет, отлично, и бензин еле тратит. Вообще, отличный вид транспорта, трактор. Все наши цели мог подумать. Наша цель — американский дом. Ладно, про американский дом. Про американский. Так, и там как раз идет дружок. Да, как раз. Это, видимо, хозяин афроамериканского дома. Со смены уставший возвращается. Да. Старый добрый Михаил. Хозяин черного. Значит, он все-таки расист. Возвращается к своему. К своему дурину. А что у него с валенками? Посмотрите, у него там как будто дырки на доска. Может, меня они не будут кусать? Будут, поверь мне. За своего-то не сойдешь. Ой, что-то как-то, блин, вы, может, помедленнее будете ползти там через шифт. Бочком. Бочком, да, надо, да, как Артур передвигаться, да. Это я так уже минут 5 передвигаюсь с вами. Блин, эта серия очень смешная будет. Себя такой... Блин, одного зомби боимся втроем. Это когда это видно было? Это хорошо. Я что-то нашел! Вода, еда! Ничего ты как... Макаров в магазин! Ты безумен. Кстати, в новом обновлении Макаров в магазины пишут, рядом появился такая типа рисочки, и там показывают, сколько патронов в магазине. Круто. Так, этот... Стилболт, химлайт возьмем. Мало ли что, но... Я вспышку одну взял. Я для дробана взял патроны. Ну, я возьму для арбалета стрелу. Возьмите кто-нибудь кока-колку тут. Где? Я хочу взять кока-колку. А вот она. Мы скоро все пить, кстати говоря, захочем уже. Захочем. Да, но кока-кола будет у меня, поэтому... Так, ну, там так... прыгун идет, мимо проходит. Пусть все проходят, я его в окошко вижу. Хорошо. А я пока картины поразглядываю. Здесь у нас собор. А на этой картине у нас какая-то жуткая... Роща. Тут, по-моему... Он на нас смотрит, это он смотрит мне в душу опять. Жена Петровича проходит сейчас. Она облысела, да? Это после случайного инцидента. Самое интересное, если сейчас кого-то наагрим, то в дом-то мы зайдем. Я не могу пролезть из-за тебя, поэтому. Я только что слышал, как кто-то... прибежал. Палево. Так, сейчас нам придется в темпе бежать в поле, я не знаю, что делать, что ли. Так, ребята. О нет, закройте дверь кто-нибудь! Somebody! Заходите ко мне в комнату, давайте. Он сюда зайдет, и мы его вокруг стола обойдем и убежим. Ой, блин. Возьмите, ударьте его. Мы не хотим себе бесплатный интернет. Давайте ему ведро на голову наденем. Баррикадируй, бери печку к двери. Ведро на голову и все, он без защиты. А всем насрать, что здесь есть дверь, да, вторая, которую нельзя. Она в кладовку ведет, не волнуйся. Дай-ка я. Ой, он проходит. Кровь пошла, он достал меня. Бандажируйся. Он пытается было подбить. Мне кажется, зря дверь закрыл. Он заходит. Он заходит. Кому пойдет? Иди ко мне. Черт, я не пробандажировался. У меня желтый фонарик. С тебя течет. Смотри, ты шлюпишь, что желтое. Он, походу, нервничает, по-моему. Тех на танцу. Тут. Ребята, вы понимаете, что мы попали, да? Да, я понимаю, что делать теперь. Он просто стоит. Иди ко мне, малыш. Причем он стоит в проходе и даже его оттуда не сдвинуть. Попробуй с ним поговорить, Артур. Во-во-во.
Он что-то задержит. Он может взять тебя за кореша, давай. Что он сказал, что он сказал? Я ему сказал, уходи, мы невкусные. О, он уже ближе ко мне подбирает. Ну да, сейчас все крутые печенья. У меня желтая штучка такая веселая, фонарик. Что делать будем, парни? Я хочу спрятаться в шкаф, как он вблизи, откройте шкаф. Я хочу картину ударить. Возьми картину, ударь. Ну че, я хочу попробовать пробежать на него. Чёрт! Так, я задел. Тебе выходи! Ваня, открывай дверь. Все, пошли, меня пошли. Меня задел, уходим, уходим. Бегом, бегом. Get the hell out of here, guys. Get the hell out of here. Я открою дверь, Артур, беги. Спасайся. Кто закрыл дверь? Я вперед. Я в порядке, я не задет. Органы целы. С меня что-то уходим, течет. Уходим. Перевязывайся. Надо чуть подальше отойти, ничего кровь страшного. Меня ладно. Потихоньку она идет. Не надо, давай перевяжись, не будем. Перевязывайся, все. Сажать гангрена и все. А нет, бежит. Да он сейчас ломанется со страшной силой. Все, он остановился, идет, и другие двое идут. Он давай, в доме застрял просто, увидите, он в доме бесится. Валим в лес. Он в доме дверь бьет до сих пор, я вижу. Бежим. Валим в лес. Ой, блин, как они опасны близко. Офигеть, три здоровых мужика сэкономили перед зомби и были подростки. Тебе что, у вас теперь бинтов нет, да? Да. Хорошо сходили. С самого начала, да, первый секунд. У кого пепсикола, ты кто взял? У меня пепсикола. Их Джек взял. Так, ладно. Ничего, ребятки, я вас выведу. Сейчас мы с вами захарчим вам ту курицу. Чем? Ногами ее забьем. Чем? Ну, а что такого? Шустрила возьмет за левую лапку блэкджек. А я скажу. Джек. Почему тебя блэкджеком начал называть? Джек за правую и порвете. А Артур за шею ее. На три части. Короче, что-то мне в Комарова больше не охота. Я не знаю. Я хочу двухстволку. Я хочу вообще что-нибудь, ладно, начнем с того. Сюда. Амбар где-нибудь найти. Амбар, я думаю, проще было бы найти, зомби там медленно ходит. Да, он. Если что, можно их просто внутрь завести, и пока они будут выходить из него медленно, мы успеем убежать. И плюс так, там два выхода есть. Ну что, пойдем дальше? Ну таким темпом, я думаю, сейчас к болотам уже приближаемся. Да, есть такое дело. Кстати, точно. В болотах и в аэропорту, возможно, есть что-нибудь. На этом сервере вообще много народу, нет? Ну да, сейчас нет, там человек 9. Не попало, а то 5. Нарваться на какого-нибудь чувака с ДВМРом. Да, 9 человек, я был прав. Здесь, кстати, есть Хэнки. Хорошо, стрела, думаю, в курсе, кто такой Хэнки. Нет, не в курсе. Мистер какашка? Хэнки. А, понял. Один я, как обычно, про слово почил. У нас с Джеком свои шутки. У нас с Джеком свои шутки, с Блэк Джеком. У нас тут своя атмосфера, да? Господи, я реально... Довольно-таки сильно занервничал, когда он отрезал нас в комнате. Не, ну а так а что было делать-то, блин? Его агрил на себя как мог. Не знаю, ребята, может он туда в гору пойдем? Не пойдем к аэропорту? На горе там стоят два ангара, и там пойдем. Бывают хорошие вещи. Пойдем. Веди нас. Мы, конечно, не найдем сейчас GPS и PNV там, но зато найдем, может быть, PM, а это, по-моему, прекрасно. Может быть, покушать найдем. Блин, я скоро все-таки думаю, что стоит рискнуть сходить в... А что мы там найдем, кроме оружия? Мы найдем там оружие, и кто-то хотя бы один из нас может отстреливаться. Так мы можем и в амбаре найти оружие. Нам бы сейчас реально пропитанием заняться. Я после этого нового патча, после череды новых патчей, в амбарах не был верстой, не уверен, резать ли там оружие или нет. Ну вот когда я человек кого-то убил... Да всегда там появляется оружие. Ты просто видел вообще эти болота? Ты там часто... Я видел, я там был. Вон там, они так близко, ангары. Они манят меня. Да пойдем, смерть. Пойдем. Диспетчерки. У нас 9 человек всего на серве. Кто-то может сидеть караулить. Нет, там зомби порвут. Ты никуда не денешься, там два входа. И в ангарах они ходят быстро. Да, в ангарах они ходят быстро. И при этом сквозь забор проходят часто. Понятно. Ну а сейчас-то уже вроде как убрали этот баг. Нет, там не помогает. Забор баг. Но я вообще про диспетчерскую, я про сами-то ангары никогда нафиг не вкажусь. Они, кстати говоря, при этом достаточно все равно проходят сейчас сквозь стены. Просто они прошли сквозь стены, их откидывает назад, и они как бы маршрут так перекладывают, при этом их, ну, назад отодвигает. Понятно. Типа наказание. Домик. Угу. Что-то я очкую. Успокойся. Я 100 раз так делал.
Ангар наш туда на восток пройти, мимо вот этой деревеньки. Там и амбар, и ангар. Однажды я так к тебе шел, когда мы с между сериями собирались. Да. Теперь собираться не нужно. Теперь мы, собственно, на это и делаем упор. Так, чтоб вон не там говорили. В лесу и около дома справа от нас ходит товарищ. А он, кстати, что-то хорошее наверху светится. Где-где-где? Ну, ничего хорошего, прямо просто зеленый дом, в котором ничего нет. Да, я просто избушка. Джек Шепард, я не смог у тебя ничего спереть. У меня ничего нету. Хотя я держался за тобой секунд 5, так ровно. Да, но я пытаюсь осмотреться и включить свое чутье на вышечки. Пока чисто. Да нам просто пожрать, что там эти вышечки. А вот, кстати, гараж справа, и я не знаю. Там зомби сразу же стоит, поэтому я вообще не уверен, что нам сейчас с вами нужно туда и к нему идти. Я вот честно не знаю, куда мы идем, поэтому я буду держаться за вами. Мы тоже. Я примерно знаю, куда мы идем, потому что я однажды. Ну я чуть левее брал, и мы с Артуром у Козловки встречались на перекрестке после того, как я вот туда шел. Угу. Козловка, кстати говоря, там не так много зданий, насколько вы помните. Вон туда можно зайти вроде как. Ну там зомби, там гараж, и нам туда не надо. Я думал, про другой гараж говорите. Не, мы про него говорим. Но там канистра бензина нам не входит. И патроны для ДМР тоже пока. Понятно. Что нам с ними делать? Кидаться. Так, дом слева какой-то. И зомби там ходят аккуратно. Хорошо. Да, сейчас мы совершенно не боеспособные единицы. Да, что нас трое. Да это, я думаю, мы справимся с этим совсем. Чего уж болит? Справимся. Просто наоборот, еще круче стало теперь играть. Mm-hmm. Сыкотно. Сыкотно не поспоришь. Втроем одного зомби в доме боялись, визжали. Все по углам забились. Нет, но я думал, что он не будет там стоять. Я тоже думал, что вокруг стола его обманем. Думал, что он потихонечку ко мне пойдет и начнет выходить. А он там начал танцевать, танцы. Тектоник вытанцовывает. И я выйду последним. Но нет. Но Артур там взял инициативу в свои руки, да, получил ранение и побежал. Да там долго так можно было бы стоять, там же народ еще, судя по звукам, подтягивался. Тогда бы точно хрен вышли. Интересно, там еще стоит? Не знаю, когда мы смотрели. Прямо на зомби идете. Прямо на зомби. Точно, пузо! Левее. Пузо! А может попробуем его заагрить и побежать назад, как я рассказывал, а он убьется. А может не будем? Тогда я, пожалуй, лягу. Что он сделает? Здесь, значит, наверняка здесь вышка. Населенный пункт. Он не военный. Это населенный пункт. Пункт. Целый один зомби. Спасаемся, мы все умрем. Чё? Эй, это не очень хорошо было. Я так и знал, что этот день когда-нибудь нас... Эй, он сам встает. Ой, блин, зомби рядом. Он к вам идет, ребят. Я-то уже наверху. Я поднимаюсь на шахте. Вашу мать. Все, мы все в безопасности. Это временно. Мы никогда не в безопасности в этой игре. Так-то да. Скотина этот зомби. Скотина это гора и этот персонаж. Почему он встал? Так, может их прибавить. Да, здесь маленький, типа этот. Незаходной гараж, по-моему, даже. Да. Ну, тут может быть не один зомби. Это будочка есть, ничего ли? Поднимаемся дальше в гору? Да. Ну куда-то... Не, не знаю, мы вообще наугад идем, по-моему. Не, правильно, это проселочная дорога куда-то должна вести, все-таки. Никто не спорит. Сейчас мы примерно где-то к Козловке выйдем, к дороге на Козловку. Или мух никто не слышит. Нет? Ну, обычные мухи, то есть. Не трупные. Да, просто на секунду, буквально две, я мух послышал. Чего все бегают, я один хожу. Боишься? Я иду, здесь нельзя и бегать, потому что мы наверх идем прям. Я зигзагами. Зигзагами-то можно. Ну да, зигзагами наверх иду, нормально. Прямой. Так, с горки сейчас хотя бы увидим, что где. Угу. А ну вот, да, мы вдоль дороги идем. Прекрасно, я скоро уже какой-то пить. Ориентир, да. И есть. У тебя есть попить, у меня есть попить. А есть поесть. А есть, у меня есть, не поесть, не попить. Мы тебя накормим. Угу. Накормите вы как же. Сначала Джек отсечет себе руку. Свинцом, да.
Мне, похоже, придется свои штиблеты жрать. Так, там какая-то гора непонятная. Не, ну офигеть, проблема в DayZ пожрать. Никак такой проблемы не было. Столько банов. Вон там домик впереди, но это не амбар и не ангар, нифига. Черт. Найти бы сейчас ПНВ Барретт в GPS и умереть от голода. Великолепно. Да нет, один бы другому передал, потом другой бы шел умер, и в итоге третьего. О, я вижу, я что-то вижу, я вижу населенный. Да-да-да, населенный пункт какой-то. Но и уверен, афроамериканский дом, кстати. Который нам надо, и два зомби, которые что-то там рядом писят. Давай полево по полю обойдем их. Мы здесь, кстати, были уже однажды с Артуром. А где он? Не однажды даже. Зомби на крыше и никак не мог увидеть, которые, я думал, что это были люди. Да-да-да. Тогда еще лагало по-жесткому. И там, кстати, вышка есть подальше, вот в этом лесу наверху, направо до упора. Да-да-да. На опушке есть. Мы там с тобой даже что-то находили. Что стрелы там, липкие. Конечно. Левее, там две лягушки, если мы левее пойдем. Нам нужно именно здесь проходить. Да, там два лягухана. Тогда уж поползать, я думаю, придется. А вот здесь можно хорошенько пройти. Точно. Ну, а там еще один в синей будочке идет. Вот между ними бы так. Вот так вот можно пройти, ребят. Пересечься, да. Так, Артур где? Артур за нами. За вами, я перед собой. Все-таки я лягу, мне... Как ты перед мной? Мне действительно страшно сейчас. Всем страшно. И... Что ж поделать? Блин, уже персонаж начинает потихоньку ходить пить. Угу. Да у меня уже сильно хочет пить. Сейчас мы в афроамериканский дом зайдем и найдем там пепси. Мы что, к дому идем? Ну да. Я думал, мы на гору поднимаемся, чтобы... Ну ладно. Гора подождет. Идем сейчас тогда главное... в американский дом. Найти хотя бы один топор, чтобы у нас хоть кто-то мог хоть что-то сделать. Противостоять этому жестокому миру. Также нам нужен нож и спички. И, ну да, топор есть. Да, топор у нас уже топор. Где-то есть. А вон вот, маленький кстати. Зомби-собачонка сидит у своей. У своей, блин, как собачья будка называется? Конура. Да, конура. Он сидит у конуры, такой грустный. Посмотри, какой он понурый, только у меня в этом может и видно. Я не вижу, поэтому смотрим уже. Так, нам справа идет лягушан, слева. Ну, мы невидимые. Я уж прямо уж не уверен. Не пинай мне ногами в лицо. Получай. Ты зомби. Отстань, Артур там уже так. Не ходить. Артур, когда захочет есть, начнет на людей кидаться. Так, план действий. Давайте план капкан, если они агрятся, что мы делаем? Ну, в дом забегаем. А дальше? Умираем, все. Работаем на схеме, теряем один бандаж и спасаемся. Последний бандаж теряем. Да, давайте лучше не в дом, а просто в поле тогда уже. Мы побежим наверх, чуть правее, и заберемся, будем там сидеть. Как ты представляешь, что мы от них в поле оторвемся, если они быстрее нас бегут? Начнем использовать систему план гора. И... Ну, давай попробуем. Это, ну, разбиться, в общем. Мы будем разбиваться в потрое. Давайте в калитву. Один в одну сторону, другой в другую. Здесь придется вставать, либо пройти мимо того зомби. Черт, лягухан прямо сюда скачет. Да матерь божья. Давайте назад. О май гад, нам придется перескакивать через это. Не-не-не, вот тут обход есть. Инкредибло. Инкредибло. О, пасека. Может там меда можно притаранить. Пасека был. Пчелки. Есть чё? Палишься, а я уже тут. Пижон. О, да. И последние стали первыми. Да. В афроамериканский дом иду вместе с справа зомби, аккуратно. Гетто. Да. Справа зомби, слева зомби, кругом зомби. Как про Жириновского есть картинки? Да, есть. Да-да-да. Там зомби, там зомби. Это дом не заходной, кстати. Я вот только что хотел об этом сказать. Точняк, на. Слышь, что будем делать? Ползем дальше. Ну, пробираться наверх туда, к вышке, все-таки здесь больше я не знаю. Ты на зомби идешь назад резко. Если что, он не с нами.
Мы его не знаем. Если что, ты с ним там это, потрещи. О, хорошо, типа ушел. He's my friend. Don't kill him. Осторожно, от вас рядом лягухан. Да мать божья. Я уже не знаю, как сторону ползти. Да он сейчас уйдет. Просто сидим, лежим, ждем. За последние минуты три раза сменили направление. Да мы ну, ты хотел? Сейчас пустил. Ты сейчас, если направо пролезешь, там еще один будет зомби идти. А там еще один, я слышу. Ну поэтому и ты, поэтому... Да, там да, далеко ходит. Не один. Фуражка. Почему я когда держу shift, он у меня не ползет медленно? И у меня... Так, Шустрил, ты в какую сторону пошел? Ты думаешь, ты не пересечешься с ним траекторией? Я не знаю. Я так, у нас вот тут на пригорке сейчас не начнут вставать в самый подходящий момент. Если они встанут, слева то... колонка. А, блин, топор. Наберем воды. Набрали. Слева колонка, а блин, топор. Ну да, я что-то казалось, что это. Просто а если... не топор не взять, не с колонки воды, потому да. Что у нас фляг нет. Ничего нет. Даже фляг не дает, офигеть. Это арма смеки. Давали бы, я не знаю, кухонный нож хотя бы. Уж кухонный нож тут у всех есть. Нет, тогда нельзя. Ну ладно. Не буду спойлерить, тогда бы я не смог сделать одну серию, про которую я вам рассказывал. Да. Если бы у людей был кухонный нож. А что спойлерить, эта вот серия сейчас наша выйдет в четверг, по-моему. А, ну да. На следующей неделе, так что. Так что да. Зомби идет, нужно успеть уйти. Ну, он далеко. Ой, это... Игнатич не такой. Да, я вижу козловку впереди. Ой, что-то он близко. Гигантский ржавый ангар. Где? А, банкета. Там мы сейчас и налутаемся, ребят. Так это козловка там? Там еще и автобус можно найти, в который сядем, будем ехать. Три нуба без всего на автобусе. Зато на транспорте. Зрелище что-то будет. Я могу дать кому-то пейнкиллерс, у кого руки трясутся? Не, у кого? У меня вообще боли нет, я же зомби. Артур 100% у тебя трусится. У Артура Balls of Steel и всякие проблемы. Так у нас есть пейнкиллерсы? Господи, можно закинуться перед смертью. У нас перед смертью только. Да. А здесь интересно, дадут второй шанс убить противника, который вас как бы кинул, если вы ставите пейнкиллер. Побольше играю Max Payne. Да. Я, кстати, так и не прошел. Кстати, мало так, довольно. Ну что, я думаю, пора нам привстать, ребята. Да что-то страшно как-то. Да давай. Кстати, а где здесь вышка-то? Где-то была, по-моему. Давайте. Это, видимо, не то место, просто там или пустошка, по-моему, была. Куки. Может, кстати, да, потому что там не было такого пригорка, как здесь. Ну, вон, да, козловка. Там дороги не было просто. Козловка видна. Нам туда надо в обязательном порядке. Ну, а что у нас еще делать-то остается? Или мы там сейчас найдем еду и воду. Или смерть. Или каннибализм. Ну, туда. А сколько там уже времени прошло-то, ух. Да, нормально, я думаю, минут. По этой серии хоть что-то нужно добиться. Это да. А потом уже прекращать, я думаю, тут больно-то четко в график. Не обязательно впадать. Предыдущая серия у нас короткая получилась. Там все свое получили. Да. Что такое? В поле там парень. За кустом. Парень или... Вот, ну, нет. Молодой человек пьяный. Нет. За кустом. Опять вот его сейчас вон он выходит. Понятно. В кожаной куртке. Бандос. Человек синяк. Это новый супергерой? Я думаю, нет. Смотрели все этот ролик, типа, что на самом деле все синяки это бойцы с ужасной жидкостью. Да, которые пытаются. Да, они могут им дают спать, где они хотят. Джек Шепард, найди вышку, а? С Бэймом. Я пытаюсь. Амбар впереди, господи, столько всего. Я вышу вышку, но я вижу не ту вышку, которую нам надо, я вижу зеленую вышку. Так, пойдем в козловку, ребятушки. Ну мы как бы с левого края в ней забредем. Я просто вот здесь думаю, что на конце леса по-любому должно быть что-то. Ну вон там амбар вдалеке. Амбар, да, там вижу вдалеке. Но. Вот, рванули. До ну амбара? Нет, мы с козловки туда выйдем, да, просто. Потом. Сначала в козловку, потом в амбар. Все равно одна и та же дорога ты туда приведет, а не сходится. Угу. Наверное. Понятно. Мы, кстати, с тобой были ведь там.
Да-да. Шустрила наглец. А что, где? Концерный банк. Пробегает по улице, по дороге, в открытую. Я еще не дошел до дороги. Еще пару сильного пола. Только что проходил. Че, прячешься? Я... Молодец. Сошел с ума, да. Один стоит честь, отдает другую по дороге переключаться. Так, ты где у нас? Куда я попал? Так, сейчас мы из леса выйдем. О, супер. Мы из леса выйдем как раз к тому месту, где мы, помните, заходили... А, нет, да, мы это были не в Козловке, мы были тогда. В Козловке мы уходили из... А, тоже, в принципе, всё правильно, мы здесь сейчас и выйдем. Там будет домик двухэтажный. Справа же вон этот гигантский ангар. Там было тяжеловато, учитывая, что у нас было у каждого ПМ-9. У нас снайпер прикрывал. Да. А теперь у нас нет ничего, поэтому нам будет, я думаю, полегче. Я так, думаю, да. Так-то оно да. Так, ну что, переходим на режим. Пожрём да лежим. Да ешь атмосферу массу. Ой, блин, уже пришли. Ой. Я, пожалуй, за вами. Всю серию ползаем. Ну а что-то ещё остается? И прячемся от зомби за Как многие говорили, вот мы хотим посмотреть, как вы будете выживать на новом патче. Там будет столько экшона, столько интересных моментов. Я говорю, ага, 60 минут ползания по лесу на пузе. Еще бы, а как же еще выживать-то? Там, по-моему, прыгун прям по кухту у вас. Левей. Лево руля. Ниндзя, лайка ниндзя. Короче, я у нас слухач. Я всегда раньше вас все слышу. А я просто увидел. На американский дом слева, похоже, можно залутать или нет? Я не уверен, что это тот самый афроамериканский дом. А он более широкий. Красный дом, господи, это подарок. Красный дом, точняк. Да, так мы же были в нем, чего, блин? Мы были в нем, а повыше назад. Там еще желтый дом будет. Да-да-да. Желтый дом. Нам туда сейчас как раз надо. Еще амбар слева. Сколько ништяков. И слева еще он заходной дом, судя по всему. Я не уверен, конечно. Но он черный. Угу. Эй, афроамериканцы. Да-да. Не надо тут расизм. Соблюдая устои общества. Так, чё, кто слева, кто справа? Так, я предлагаю вот так вот. Ты предлагаешь спрятаться? Справа зомби есть, аккурат. Вот тут у нас будки. Местный житель в свое время обитался. Да. Да, но его... Он вспомнил, конечно. Ты говори. И справа у нас заходной дом. И наверху у нас желтый дом. Ну я надеюсь, что там будет что-нибудь. Сейчас самое подлое будет, если прибежит какой-нибудь хрен с ПМом, и нас всех поубивает во время такого слаженного выживания. Я уже вижу мусор. Отлично, мы не зря. Еда! Господи, люди, это еда! Ба, уже нашел, там радовался, я не знаю. Сколько радости. Так, ну что? Живем, банка бобов. А что, вообще вставать неохота? Вставай. Я нашел Макара. Я нашел гранату. Жиза. И один я ничего не нашел. И магазин на бары. На бар? Да. Фонарик. Но это вообще хорошо. Давай, теперь осталось найти бары. Да. Бар гораздо чаще, чем магазин, к нему является. Макаров есть? Да, Макаров у нас есть. Знаете, мне этот фонарик. У меня есть патроны для Макарова. Давай. Бери из рюкзака. А, также подойдите ко мне и возьмите воду. Артур, у тебя же нет воды, да? Рюкзаки. А, есть. У тебя много воды, что ли? Да. На выходе здесь я смотрю, домик стоит. Рюкзак положи. Типа сарайчик стоит, и в этом сарайчике зомби питается. В рюкзаке у тебя магазин нет. А, сейчас положу уже, секунду, да. Макар, так, берем пустую банку какую-нибудь консервную, возьмите, ребят. Так, Артур, бери у меня содовую из рюкзака через 3-2, бери. И Макаров там же, все у меня в сумке. Макаров взял. Отлично, у меня есть теперь две обоймы. Я могу стрелять. Правда у тебя там? Да. А, блин, я вас каждый, перепутал. Пожалуйста, ребята. Хорошо, ими можно кидаться? Да, будем кидаться. Так, и что еще взять? Взял. Просто банк. Вот. А, ну всю воду я взял. Я консервные банки взял. Так, вот. Джек Шепард, стой, я у тебя не взял консервную банку. У меня нет, вот же лежит. И вот, на полу лежат. А, на полу лежит. Такой псих. Так, эти не берем. А, пустую в смысле, что ли? Да, пустую возьми. А, понятно, типа отвлекать? Да, ты понял, для чего. Для М107 10 патронов. Я же говорю, бары. Офигеть. Пойдемте за мной. Тут же у нас много вкусного, вы не в ту сторону выходите. Я понял, я хотел наверху посмотреть, на лестнике. Обычно говорят, что они там спавнятся. Ой, аккуратно, здесь у нас лягухан.
у нас афроамериканский дом, и потом повыше от него еще один дом, в котором может быть жатва. Стоп, справа афроамериканский дом, мы в него не можем зайти, мы что-то проверяли. Ну, по крайней мере, в желтый дом пройдем. Или вот в этот маленький гаражик. В гаражик пройдем попозже, оттуда уже по дороге, я думаю. Ну, посмотрим, или тут зайдем. Гаражах? Вот, перед нами же гаражик. Очень часто спавнятся топоры. Вот. Я же говорю, перед нами гаражик. Самое крутое, что там очень часто спавнятся... Монстр. Эти... Колеса. Нет, F240. Магазин. Чаще всего. Пустые консервные банки. И... Кого заметил? И колесо. Зов, это внутри, это внутри. Да-да-да. Нет. Они на Джека Шепарда сагрились. Они нет, на меня, нет, они меня бьют. Стрелять? Да, не надо, давай в дом. В дом давай. Уходите в дом. Меня пока никто не видит. Ай, ударил меня, тварь. Джеки, ой, меня, оказывается, так кошмарит. Пристрели его к чертям. Я спасу тебя, брат. Ох, а вы же сейчас выстрелите, они все побегут. Ой, блин, я щека. Он тратит патроны. Хватит патроны наши тратить. Все, хайт бадди. Я хочу пить, я начинаю пить. Хайт бадди. Аккуратно, в этом доме еще есть зомби. Еще а вообще один? Там даже не один, по-моему, судя по звукам. Ты знаешь, как культурный, он вышел, закрыл за собой двери и начал нас бить. Это, по-моему, типа, сейчас подождите. Да-да-да. Ой-ой, Ликухан, Ликухан, ложись, труп, ложись! Мне страшно, братиш. Я не буду смотреть. Кто встал? Зачем ты встал? Я не вставал. Понятно, мало. Ты встал и кинул. Такая поза. Меня ты залаговал. Черт, у меня он встал только что и лег. Ну, зомбака я отагрил туда, смотри, он развернулся, пошел на банк. Да-да-да, идем к Артуру, пока есть время. А, вижу, Артур бежит по кустам. Блин, у меня все руки мокрые, ребята. Поздравляю тебя. Это просто экшон. У меня граната в руках, так что если что... Так, здесь у нас фаер, колесо, патроны для дробовика, банки. Патроны вообще любые пока берем. Для дробовика мало патроны. Я не уверен, что туда хорошая идея заходить. Возможно, там внутри дома заспаунилось опять. Ой, там... Тихо, тихо. Там зомби достаточно близко. Но они нас не увидят. Сейчас нам отсюда мы не обойдем, по-моему. Да. Я могу скинуть гранату, можем. Куда-нибудь вообще на окраину. Не быть безумцем, это в последнюю очередь. Ладно. Это граната, оставь ее для себя. Хорошо. Ой, тихо, назад. Правее идем. Как ниндзя, ребята. Работаем в стиле ниндзя. Ок. Артур работает не в стиле ниндзя. Артур, ты не ниндзя, что такое? Зачем ты придумал наш кодекс? Так, по-моему, проще, чем вставать, по-моему, чуть-чуть правее лучше отойти. Ну, тут стиль ниндзя вообще не подойдет. А вы, кстати, прокатиться можете? Вот смотри, вот Джек Шепард, ему вот обязательно нужно пафосно перелезть. А, тут по-другому не сделаешь, смотри. Так, тихо. Ладно, зомби Артур. А, нет, господи, их там спереди, ну просто немерено. Сзади не меньше. Нет, ребята, я все-таки предлагаю план граната. Смотрите. А, ну кинь вон туда вперед на дорогу им гранату, пусть бегут. Ну вот сейчас, пока мы здесь, потому что... А, да. Там все-таки забор кончался, можно было его ползти. Кидать вперед. Потому что они сейчас побегут со всего города, и тут вроде как мочи, они нас родной. Не смогут. Мочи, родной! Гранатами отвлекают зомби, офигеть. Господи, она... Где она взорвалась? Я не знаю, я увидел ее на... Неважно. А им насрать. Ладно, факир был пьяный, фокус не удался. Лигуха, там зомби с забором идет. Сейчас я кину консервную банку вперед. А он стоит на весь идет. Ой, я пить хочу. Так попей. Так сейчас я сяду пить, меня заметят. А, ты уже попей. Точно, я забыл, что это же не кушать. Ну, с ума сойти, сколько их. Тут шлепает кто-то слева. Прям за забором идет один. Да. Два. Судя по меткам, два. Нормально, под забором можно, ребят. Блин, мыши. Да. Главное, чтобы не было кота на каком-нибудь крыше там, да? С баротом. Если сейчас мы будем ползти, на нас сверху уходят зомби, я просто... Я закончу. Все. Я закончу все, да, как чердан. Я сейчас закончу вообще все. Чем наша цель?
Жора или, извиняюсь, ну, был убит вообще. И Себастьян. Память светлая Жоре. Может, на Урале поедем? Поехали. Да. Если уж мы с фонариками в бой идем, то что бы ну, на четырех колесах не найти. О, да. Мы добрались. Это сейчас вообще... внутри, если будет пусто, я тоже закончу все. Не, я что-то вижу. Или какой-нибудь зомби будет стоять. Ты видишь пустую консервную банку. Там, кстати, прыгун может быть последний раз он там был. Ребята, это пин. А что, вообще в полный рост ходит. Я нашел эту. Фляжку. Да ладно, фляжку? Да, фляжку прям под артуром. Вот это круто. Тогда я ее нашел, получается. Будем... Здесь есть бинт, отлично. Я тоже я нашел пейнкиллерсы, ребята. Покушать есть? Здесь есть водичка, здесь есть часы, и здесь есть пустая бутылка воды. Я еще содовую и... нашел. Да, там была содовая. Отлично, есть. Хорошо. Тут пусто. Ну что, пойдем? Пойдем теперь в амбар. Вот тут... Стоило того. Теперь я вам смогу время подсказать, когда вы умерли. Отлично. Время 2 часа, полтретьего. Вот тут еще есть желтенькое здание справа, и у него тоже можно... Надо... А, ну ладно, я свой выкинул уже, не буду его брать. Так, вопрос с едой остается актуальным. У нас есть два комплекта еды. Да приляг ты, приляг. Я прилег. Артур, нет, нет, это я себе Артур, говорю. Сзади зомби идет, сзади к нам зомби. Да, я и говорю, а у меня персонаж... Отрываемся от него. Артур нас чуть не похоронил, вот что он хотел сказать. Так. Почему вот на эту вышку слева от нас нельзя залезть? Не знаю. Лишь не Assassin's Creed. Угу. Да. Так, справа он там в этой... Слева еще какой-то идет. Давай правее возьмем, что ли, через да. Короче говоря, в нем смотрим, а потом можно уходить, там дальше ничего нету по городу. Угу. Я ничего не вижу в нем, так что... Да, там пусто. Но нам сейчас надо выйти вот сейчас и идти в левую сторону немножко. Надо задействовать план побег теперь. Да. Гранату профукали, это печально, конечно, зато опыт. Теперь мы знаем, что зомбаки на гранаты не агрятся. Но не факт. К следующему разу будем играть, выйдет новое дополнение. Угу. Обновление. Они будут агриться. Так, ну что, может план корточки? Нам идет справа зомби, так что нет. Нет, план корточки пока отменяется. Где зомби? Справа с горы спускается. Лягухан, да. И там еще курица есть. Да, курица. Курица с агрится. Побежала. Я хотел по нарастанию угрозы называть сначала... Вышло, а потом зомби. Угу. Так, что это у нас там? Это у нас там что-то типа заправа? А, нет. Там чуть дальше проходим, и те эти амбары стоят, которые мы кстати, видели. Слева какая-то маленькая будочка с открывающимися, с открытыми дверьми. Гараж. Слева метрах 20 зомби от вас. Блин, а ведь в том гараже действительно может быть этот топор. Ой, он ко мне повернулся. Печально. Борис мертвый. Наверх. Это лучше Артуру. Он в гриме. На вас не агрится нормально быть. У тебя сколько крови, Джек Шепард? 11356. Даже больше, чем у меня. Че он тебя замечает в первую очередь? Я не знаю. Он просто шел, так шел, бац, такой появился. Ой, тут еще один. Да нам вообще придется по правой стороне ползти. Короче, в лес придется уйти, похоже. До амбара, а там уже и закончим. Зомби прям за нами идет. По пятам. Ну ладно, чё, в принципе, неплохо сходили. Да, план пуза себя оправдал. Да. План пуза. Чё, теперь план корточки? Не-не, надо чуть подальше. А я не верю, потому что слева в кустах. Ладно, давайте, план корточки, всё. Совсем вы, ребят, страх потеряли. Да, вообще обнаглели. А чё он у меня так? Вон там вышка, которая зелененькая, которая... Чё он отказывается бегать? Устал, может? Он же выдыхается сильно, когда ползает. Да ладно. Даже сильнее, чем бегает, когда... Нет, ну, это не серьёзно. Да, ну, нажми два раза шифт. Есть, есть, есть. Я уже 500 раз на шифт нажал, и вот он побежал, наконец. Так, дышался, типа. Амбар нам нужен, да? Да, мы сейчас к нему бегаем. Ты тут не замечал в прошлый раз, Джек Шепард, вышки? Главное, у тебя в первую очередь всегда вон спрашиваю. Вон справа вышка, но надо. Во-первых, мы идем к зеленой горе с вами. Ну что, плохо, что ли? Там же магазин. Вот мне прямо перед нами. Ссылки, где они там УАЗики находят, блин.
Прям мы на нее идем, сейчас скоро ее увидишь впереди. Я вижу ее уже, маяк. А где амбар? Амбар-то левее от нас, вон там, видишь, где белобрысое поле. Ну пойдем туда. И вон там он амбар стоит внизу. И там зомби аккуратно, сейчас да, зомби кто-то из вас лапится. Там прыгает. А потом, я думаю, на зеленую гору в следующей серии сходим. Да? Опять? Ну, на самую зеленую гору, не знаю. Там что у нас было-то? Никогда ничего хорошего не выходило. УАЗик там. УАЗик, Вася. Ну там еще палатки обычно бывают. Ага, и люди. У кого сейчас есть контакт с амбаром? А, не, вон он, я уже его. Вон он, да. Я увижу. Так, может план полный рост? План полный рост. План спринт. Опасен. Ну, Артур уже. Понятно. Да нет тут никого, елки-палки. Включил план полный рост. Последний раз, когда мы так говорили, ты помнишь, что было? Когда ты так говорил. А что было? Он сказал, да нет тут никого, и через секунду в меня влетело куча свинца. О, Джек Шепард не грубит, наверное, они ссорятся. В комментариях напишите. Я должен тебя прикончить. Пофиг, что у меня всего 6 патронов и обоймы, я все их на тебя потрачу. Ты смотри аккуратно. Кстати говоря, кто-то мне сказал, что вот этой вот бутылкой, если попасть в голову, то вырубает. Это еще каким надо быть мега-бизнесмен, чтобы попасть? Как вы себе это вообще представляете? Что, плохо, что ли? И вообще, знаете, чума, я это в этом стриме видел. Я сейчас буду рад даже арбалету. Ну да, у меня даже одна стрела до него была на елке. Вот только что мы с тобой говорили, шустрил насчет арбалета. Mm-hmm. Такое бесполезное оружие, что-то с ним нужно делать. Я говорю, вот сейчас вот мы, если погибнем, когда, вот да. Ты будешь рад сразу этому арбалету. Но... О, господи, это же арбалет. Мы спасены. Так, я не думал, что доживу до этого дня. Ну, здесь, всегда. Кстати, довольно-таки... Че, режим пожрём да лежим? Да, именно. Ладно, идем. У нас есть макар. Кстати, это двухэтажный? Да, двухэтажный. Двухэтажный, и там еще одна граница будет, да? А, я помню это место точно. Мы с тобой здесь были, да. А там одноэтажный будет за ним, там мы в свое время нашли труп. То есть вернее, там мы слышали мух, но не понимали, где это есть. Кстати, внутри амбара по-любому какая-нибудь варика стоит. На выходе из амбара стоит тварь, я думаю. Прям тут, нет, за забором. Нет, лягухан на втором этаже. И сзади нет. За ящиками, парень. Ну что за... И справа, я думаю, да? Справа не вижу. Наверху на самом стоит. Кого-то заметили из вас? Я нашел винчестер, друзья! Ой, давайте разбирайтесь с ними уже. Он без патронов. Джек Шепард, я крутой. Давай каждому по пулю в голову, это единственный шанс. Че он жив-то? Ой, еще прибежали. Призаряд, так, давайте всех пором на второй этаж. Я не могу без патронов. Тут зомби. Ой, тут зомби, блин. Еще выше. Ребята. Я не могу бегать, ну почему я не могу бегать? Вот теперь я могу бегать, и я упал и сломал себе ноги. Как это вообще произошло? Да что, у него стоят все патроны, не его. Я вижу топор! Они киборги. Я пытаюсь перевинтоваться. Я все патроны мимо высадил. Меня харчат, пацаны, меня харчат. У меня есть патроны для винчестера. Пацаны, меня харчат. Патроны для винчестера у меня есть. Да насрать, я умру сейчас. У меня 2000 осталось, 1400, убей его. У меня тут патроны. Все, я умер. Нет, черт возьми, топор уже был у меня в руках. Господи, да Иисусе. Кажется, первой же серии сдох. С меня полутайте. Нет, вы-то, ой, я думаю, выживете. А кто под... А, там зомби стоит. С меня полутайте хорошие вещи. Какие? А я сейчас возражусь и добегу до вас, я думаю. Хорошо. Убей этого зомбича. Подожди, я должен взять руки в топор в руки. Я тебе хочу такой потом вот передать, брать. Сарай. Сарай а что смерти. Ты хочешь мне передать патроны? Патроны на винчер. Конечно, давай! Бери, по-моему, это они. Бери ты винчестер и патроны, у меня топор. Так, парни, вы как с ними разберетесь, там все расчухаете, серию завершаете, я сейчас отойду. Хорошо. А, мои зрители, в принципе, посмотрите дальнейшее развитие событий, как они там выжили на их каналах, вы это любите. А потом, я же с вами прощаюсь до завтра. Пока-пока-пока.